Студент Нижневартовского госуниверситета Владимир Исыпов получил престижную премию имени Александра Дунина-Гаркавича, легендарного лесовода и краеведа Югры. Ежегодно на нее претендуют известные ученые, специалисты в области экологии, работники лесной и нефтегазодобывающей отрасли региона. Так жюри высоко оценило изыскание молодого вартовчанина в области эрозии почв. В ходе исследования Владимир выявил особо опасные места, где реки разрушают берега, и нанес их на карту. Молодому ученому удалось установить, что в зоне риска находятся многие населенные пункты Нижневартовского района, такие как Ваховск, Посол, Вата. Эти данные пригодятся при проведении берегоукрепительных работ и переселении людей из неблагоприятных районов. Основная цель – это научиться выявлять и прогнозировать места с тенденцией к размыву, так как это довольно актуальная тема как для России в целом, потому что большинство населенных пунктов строится на реке, получается, так как это источник жизни, там пропитание. Существуют определенные программы в округе, в Нижневартовском районе по изучению этих процессов, по реагированию на эти процессы, потому что эрозионные процессы, они, если не с населенным пунктом, негативный момент имеют, да, неблагоприятный момент. Это разрушение инфраструктурных объектов, это разрушение линий электропередач.